Это самые красивые, которые я когда-либо видел. Я очень горжусь находиться здесь, и я рад, что моя маята останется также в этом музее. Да, конечно, с такой историей, безусловно, намного ближе. Я разговаривал с Алексом, который находится рядом со мной в Бразилии. Алекс сказал, что здесь очень уютно, здесь очень хорошие болельщики, здесь очень приятно находиться. Sim, gosto do primeiro objetivo de dar o máximo. Безусловно, это цель на первом месте. Я знаю, что мы превосходим «Зенит» на 5 очков. Я горжусь находиться здесь и с честью буду защищать эти цвета, и чтобы помогу команде стать чемпионом. Я себя чувствую очень хорошо. Единственное, сегодня я немного устал, потому что перелет после контракта немного утомило меня. А так я готов. У меня сложилось хорошее прошлое в «Шахтере», но я сделал все, чтобы показать намного высший уровень, чем там. Здесь, в «Спартаке». Я максимально буду отдаваться против Луческо. Я считаю его почти своим отцом, поэтому для меня это будет значимый матч. Двенадцатым игроком считаются болельщики, и еще потому, что Алекс, он оставил хорошие воспоминания здесь, в этом клубе, под этим номером. Jogado em semi com Fernando, em Shakhtar. Я знаю Фернандо, мы играли с ним вместе в Шахтере. Других пока что не знаю. Я рад играть в Спартак.